Он тебе пишет. Написал, что Гикчат. игнорирует. Давай пати. Ты не видишь, он тебе пишет то, что ты его игнорируешь. Не видит, он же игнорирует. Серьезно, а че он мне? А че он мне в честь? Давай посмотрим. Каламены у ПРСТ. За нет у меня в честь его. Сейчас попробую так написать. Войду, передавай, заебись. Не знаю, я его не игнорирую. Кинь еще раз пати. Давай, Войду, РЛ. О, красава. Не знаю, у меня нету пухнастика в чейсе. Может, это аддон как-то багнулся, не знаю. Пухнастик, а ты мне что-то пишешь сейчас? Да, он тебе до херища всего написал. Нет, он мне пишет в ПМ. Мне его ну, не было. А в гильдии ты не видишь, что он тебе пишет? Напиши что-то в гильдии сейчас. Если ты он что-то... Ну, видишь, если да? Не, не вижу. Ну, значит, ЧС или что-то типа такого. Так, я вижу, что он мне в ПМ пишет. Странно вообще, бред какой-то. Утера поставь на себя. Так, полобафы раздали. Сэдли чё бафал? Кал, ты кресты. Экстримка, кулак, Сэдли каску, утропщит. Вспомните баф. Заходим за линию, чек на пул. Экстримка, подходи. Дай кулак по коту, друиду. Бахнуто уже все. Рогу, роги кулак. Все, далее. Так, сейчас, секунду. По друидам кулак есть? Да, все кулаки есть. Ну, отлично. Чек последний. Макрос на пул ушел. Не заходим за фреймбосса, чтобы не умереть от костереза. Ориентир звезда. Дренчиф, отойди от босса чуть подальше. Такое ощущение, что тебя кливом задевает. Бейте шипы. Все, шипы убиты. Следите за контом еще. Он далеко стоит. Служи, выбегаем всегда. Новые шипы. Новые лужи. Сейчас будет вихрь. Все стоим в центре, милики в центре стоим, бьем шипы, РДД бьют босс, помогает шипы бить. Милики бьют шипы. Смотрим. Давайте в шипы играем. Кружок РДД, слить далеко стоит справа от вас, от всего рейда. Уворачиваемся от луж. Сакру можешь дать. Отбежали от луж. Новые шипы. Новые лужи сейчас будут. Шипы играем. Потом давай гимн на отхил. Отходим от ребра новые лужи. Главное не стоять в луже. Забежали за спину. Шипы. Не все успели забежать. Нет, все. Давайте в шипы играем. Два мага стоят в луже. Новые шипы. Серж, лужа.
библиотеке быстрее. Идем дальше. Залейте инеры Анриксу. Потом это все дерьмо разролим. Не теряем время. Гуляй сразу. Справа трэш пуляем. Покойся, ты же в ДЦ, да? Славя, спекайся, танка потанчишь. Фотон. Фотон, ты тут повороте. Расскажи историю, тут ты афикашишь что-то. Мне кажется. Ну давайте, агрите справа трэш. Я уже подошел. Сейчас буду хилить. О, калк, хиль, пожалуйста. Вызывайте стадо, танк, ДК, вызывайте стадо, сагрили трэш. Давайте быстрее вливаем вот. Да. РДД, отойдите, отойдите от трэша. Кливает. Маги, можете кольцо льда дать и отбежать потом. Это только к скиллованным относится. Пожалуйста, инер звезде. Так, что там по тактике? Два БДК слева, протопал справа танчит. Милики слева дамажат справа, РДД. Помогаем друг другу сливать трэш. Паладины сливаем капли с пула, сова, звездопад, ДК, антимагию. Убираем баф защиты от темной магии у крестов. Как кто-то в контроле, мы его не ауешим. Убираем все ауе скиллы. Пытаемся контролить, помогать. Диспелим проклятие, друиды, маги. Паладины станем за контроленных, кресты фирим, маги овцуем. Локи фиряем, совы, вихрь. Ставлю рыбу, 20 секунд у вас есть. Возле звезды. Потом сразу пул. На пул. Рога хант. Первое на пул. Перед второй фазой напуливаем на Поклонского. Поклонский набирает стаки, которые снимают агро с него. Пуливаем на Тщеславие, второй на пул. Первая, вторая пати танки. Секонд сок, скидай СС на Сержа. Привет, Сид. Молодец. Вот пошел мах. Если не будете сливать трэш, нет, мы упадем, накинем ГП. Давайте играем в трэш. Слили капли с антимагией, скоро контроль. Выбежали служи. Смотрим контроль. Будут три луча в рейд. Их легко заметить, можно сразу законтролить. Смотрим. Приоритет миликов. Так, квадрат, контрольте. Сейчас рост еще дам, не дай бог. Луну за контроль. Где протопал? Ах, блин, дал рост. Диспельте рост, леди. Диспельте щит земли. Новый трэш вышел, играем в него быстро. Время него в последнюю секунду будет контроль, скорее всего. Мелизона, добивайте быстрее. Смотрим, лучи контроля сейчас будут. Фотона я законтролил, квадрат, остальное контрольте. Два хила ШП. Диспелить, баф слили быстренько. Стопаем по леди, стоп по леди. Сейчас будет еще один трэш. Не успеем. Ждем. Играем в трэш. Добиваем трэш и напуливаем на Поклонского. Контроль сейчас будет. Приготовились. Быстрее трэш. Начнется вторая фаза. Пойдет еще один трэш. Контроль. Фурика, луну. Луну законтрольте, переводим босса на пол, на Поклонского вводишь. Дистанцию набираем все. Справа трэш появился. Все играем в трэш. Вон, видите звездочку возле трэша, играем в трэш.
Давай, ты, главное, веди леди всегда, когда духи появляются, или лужа, или трэш идет. Всегда веди трэш. Отбежали от духов, звездочки в виде леди. Напуливаем на тщеславие теперь. Готовимся к контролю. Топаем ауе, урон. Смотрим контроль. Так, я законтролил луну, не законтролил. Нормально, отбежали от духов. Сейчас будет второй трэш. Так, теперь можно давать на пул на Поклонского. Отбежали от духов, играйте в трэш. Бля, ну не хлопайте трэш, ёбаный урод. Не портите все впечатление от этого трая. Отбежали опять от духов. Отбежали от духов. Веди леди на другой край. Мобильный хил. Давай гимноману, ставлю тотем. Инеры как осени. Залейте, отбежали от духов. Законтрольте людей. Контрольте миликов. Луну контрольте. Сейчас сдохнем, пацаны. Гласи Скай, подымай экстримку. Играйте в трэш. Играйте в трэш. Отбежали от духов. Бафы по экстримке. Каску, кулак, лапу. Пристабав без тьмы. Отбежали от лужи. Играйте в трэш. Напуливаем на Поклонского. А, не-не-не-не. Не на Поклонского. На тщеславие напуливайте. Отбегаем от духов опять. Отбежали от духов. Сейчас появится трэш, будет контроль 2 секунды. Контролим своих. Миликов приоритет. Отбегаем от духов. Рогу надо законтролить. Законтролил рогу, контрольте все остальное. Пухнастик, подымешь войда. Уводи леди. А, все, не уводи, ошибся. Играйте в трэш. Отбежали от духа, играйте в трэш. Пухнастик, подымай войда. А, да, вот это хлопок был, да? Да? Я там валял. Ладно, добивайте. Отбежали от духа, в последний дух. Опасно хлопает. Давайте быстрее добиваем. Мана уже закончилась. Оп, смотри, какие большие люди выросли. А, идем дальше. Весь этот хлам будем разруливать на трэш, что там, на корабле, например. Вот этот хлам, который падал, вообще кому-то нужен? Там с волчатом, может, кому-то надо. Ботинки там. Сейчас потом пароли. Идем бить трэш. Наручи, да, тебе на мои наручи. На оф. На оф роли. Пожалуйста, Инер из звезды. Короче, кину ПК. Да, в ШП спекайся. Не знаю, захилим ли мы. Чему прихила? Разбагался бой? Разбагался. Давайте берем все ранцы и сразу запускаем. Капитан Сауфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. По местам. Запустил. Сыны и дочери, сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Ой. С
всех бафы есть. Слетаем. Давайте, пока мы летим, бафайте все заново. Там уже 15 минут прошло, можно пробафаться. Это касается паладинов. 30-минутный баф. Ой, блин. Смотрите, я случайно вылетел. А если я сейчас упаду, я телепортнусь? Не помните? Видите, где звездочка стоит? На экран я вообще не смотрел, поэтому вот такое вышло. Ира не снизил. Ранца нет? Не, а ну-ка, хопа. Просто спрыгни в центр. И... Поезд Б. Играйте в магию. Поднимай, а ничего. Нас тут корабль летел. Ладно, потом поднимешь. Сэдли, спрыгни с корабля, это баг, надо спрыгнуть. Бафы по вару. Каску, кулак, лапу. Давайте, маг, 3 секунды, перелетим сейчас. Слушайте, это мы на этом КД, да, убили все? 4 раски там. Дряга, поднимайся к консокса. Блин, ты неправильно стоял, или ты согрел трэш на нашем. Дряга, поднимай быстрее. Блять, ты слепой что ли? Ни в чем. Эндриага, ты тут подними носка. Он же на нашем корабле. А, да, все, сейчас так подниму. Запускайте сурка. Как можно умирать от взрыва? Вау, какой классный мод. Запускайте сурка. Колечко надо кому-то на мейн. Отец, перейди на мою сторону. Никому ничего не надо. Баф опять по вару. Кулак, пристабаф. Рыба. Скажи, а хотел перчатку в ткани его. Будем его туда? Ну давай трет отдам тебе, чё тебе надо? Ну перчатки надо. Или легкие, или какие-нибудь, или хотя бы эти, мобильные мотивы. Он просто так, лучше, наверное, взять. У тебя же это 10 стоит, зачем тебе эти перчатки? Я бы не позволил чернокнижникам... Мне наручи надо было, извините. Давайте их отдам. Наручи? Что за наручи? Я пообещал его матери... Легкие дамские, походу. Да, они падают? Да. Нормально же. Хотя... А, ну да, вот, уже. И чист. Сегодня я исполню это обещание. Ваня, воли нет. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча!
похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее! В какой квартал идем? Что-то вылетело из рка. Чучумку идем, да? Да. Вот иду чай налить. Да ладно. Давай тягрим следующий трэш. Ох, не знал, что клевом бьет. Помогайте диспелить слизней. Паладины, кресты. Так, сейчас нужен гнев небес от ретриков. Пюрей станьте. Видели, чумная бомба называлась? Давненько такого не было. Включай дух стая, погнали дальше. Экономим пару секунд. Станьте великаном, чтоб он не откидывал. Так, короче, три хила похилите, мне надо отойти на пару минут. Надеюсь, не вайпнитесь на трэш. Надеюсь, говорит, не вайпнемся.
Надо быстрее лететь, чтоб не опозориться. А побыстрее резать и скажем, что он один умер. Дальше пойдем. Интересно, меня что-то убило. Что-то долго. Так, пока ты не видишь, мы тоже там кашель такое. Чаек понабирали, кофеек. Ладно. Хватит, дети. Не понял, что вы вайпнулись, походу. Да не. А если кот отжился? Да. Поставишь в голову, уже что-то подчиниться надо. Боежка в ней. Вот Джикса сбоку поставил. Давайте быстрее добейте трэш и бьем собак. Звездочки Эйнеры. Мана кончается. Маг сагрил босса почему-то. Босса? Да. Давайте, гнев небес. Ну это же босс. Это босс вообще-то. Так, смотрим. Так, СДПР. Фотон, будете стоять у ворот. Second сок, мобильный хил слева от босса возле кузницы. Энгельс, Эндриага справа. Возле кузницы, справа от босса. Вы видите. Перепух, Гласискай сзади босса. Ставлю рыбу, бафаемся. Тотема не будет. Что? Внимательно. Будет 4 хила. Дайте каску по локу. Чек. Надеюсь, все услышали, где стоят. Гласискай перепух сзади.
СДПР Фотон у ворот. Чек на пул. Погнали. На пул на БДК. Стали за спину. Появится первая лужа. За спину прибежали. Лужи смотрим. Сова, Эндриага. Кто там, демон? Гласиская, вернешься в то же место, когда лужа пропадет. За спину прибежали. Новая лужа. Вовремя выбежал, кстати, Second Sox. Повезло. За спину перебегайте. Новая лужа. Авенс глыбу. Новая лужа, отбегаем. Пропадая от лужи, вы заново становитесь туда, где стояли. За спину перебегаем. Мобильный хиль подальше от рейда. Отойди, перепуг, прожми кожу, отбеги от лужи. Эндриагу хилим. Эндриага, смени форму. Смени форму. Эндриага, смени форму. Раба уже знает, что форма скидывает стаки. Серж, прожми кожу. Новая лужа, отбегаем. Сейчас будет в мили-зоне. Прожми кожу, перепух. Блин, еще один, короче. Блять, перепух заблевал нас. Гимн отхил, все присты. Убегаем, новая лужа. Власти Скай, прожми кожу. За спину перебегаем. Забирай слизня, сейчас скоро взрыв будет. Перепух, прожми кожу. Ну или какой-нибудь скиллованный ретрик на себя и веди на рейнджа. Сейчас будет взрыв, смотрим. Взрыв, отбегаем к стене. Только не в луже. Переживаем взрыв, добиваем босса. Все РДД выходим на дистанцию, хотя все живы, но странно. На дистанцию же добиваем. Нахильте Second Sox. Дайте фридом, пожалуйста. Да, такие нескилованные сованность, это жесть. Вот это перепух, чуть нас не вайпнул. Мог уже 500 ГП получить. Оклонский тебе надо, коли? Да, я дам. Идем дальше. Вот гимна хп не на КД. Окей. Ты сказал всем пристам прочитать, вот все и прочитали. Ну мало ли. Обычно бывает, что я говорю, они не делают этого. Кушаем рыбу 20 секунд, потом начинаем. Давайте бафы по присту еще. Баф по присту.
Пошел пул. Спор выносим. Звезда, кружок. Потом, иди сюда к звезде. Или кто там? Блять, фотон, ёбана в рот. Повороте, ты ВРК вообще? Бать, сейчас ему ботинки не отдам. Я без стаков остался. Это? Отойди подальше, приз. Что это? Бля, я где-то... Мне зону забивали. Потому что кто-то из РД стоит рядом. Что тут понятно? Что я забыл похилить ДДК. Я вот сейчас сижу и одной рукой просто клацаю единичку и тройку, четыре. В одну цель просто. Дельный хил, давай звездочку. Нужно будет сакру. Две споры в одно место, ну зачем вы? Ну он дурачок просто, наверное. Я не знаю. Как это комментировать? Есть две метки, две споры. Что тут непонятного? Давай, прожми сакру. К луже. Оп, поймал пельмень. А не сбегайте со спора, убейте. Что ДПС у нас маловато, 7 стаков уже. Как? Милихи зарегат. Сейчас посмотрим ДПС, там могут проблемы быть. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. А кто там первый по... Первый по ПРу на тапке. Жаль, что не фотон. Не надо же. На мейн роли. Мне тоже не надо. Элайра. О, Эндриага, ГЦ тебя. Все же что-то тапки не ролишь, не топ на аэродром. Настя же выше. Все же выше еще. Так бы Андреаги отдал, блин, что ты подосрал так. Мне не надо еще, пишет ролик. Теперь же надо. Так, идем дальше. Можете посумануть меня? Пока я бегу.
Давай, да, роль или ты выиграл? Да. Спуститесь чуть ниже, чтобы Инс опустился. Так, Сержу не надо, значит, Андряга с ПРом 15 выигрывает ботинки. Наконец-то. Наконец-то мы одели солдат. Господи. Там пухластик выше. Блять. Андряга, передай, пожалуйста, пухнастику. Там Саурону. Знаешь, что-то не заметил, что он родной. Куда 23. Ну, в повороте чуть пера не хватило. Это многовато. Ай-яй-яй. Так, Поклонский, теперь дал колье? Не, давай. Типа перекура что-то будет в ближайшее время, мне просто спек перейдет. Но... После лича. После лича, понятно. Кто говорит? Это носок. Ну, всякий соц. Секунду, подожди. Сейчас решаем это. Это не тот. А какое тебе колено надо? Я перепутал, не смотри. Не понял. Что там по пухнастик тебе передали? Отлично. Так, по тактике. Будем стопать дамаг, сбегаемся в цель. Милики бьют зеленого слизня. Если слизень выбирает милизону, вас откидывает, вы идете в РДД зону, не сбегайтесь к нему. Это секонд соп, вешай проклятие косноязычия на двух слизней. Сейчас я уберу БП. Чек на пул. Хилы не избегается цель зеленого. Калк, ты слышал? Калк, у тебя есть сакра, кстати? Сакра есть? Серьезно? Ну, о, супер. Ты просто будешь на переходке отдавать сакру под зеленый взрыв. Раз. Вообще, изи. Все готовы, пей столик. Хант, можешь поставить ауру на природу? Ангелс, у тебя есть эта фишка? Кот эти куклы пока. Чё, зергаем? Да, не, не зергаем, пуляйте босса просто. Ждем зеленого слизня, не надо ничего зергать. Веди его к крану. Я просто замешкался с этой аурой ханта. Послуживайте все. Веди уже босса, пожалуйста. Стопайте по профу. Веди босса к крану. При 5% до переходки. РДД максимальное расстояние. Набрали все в зеленого слизня. Переключиться. 2% до переходки. В зеленого все играйте. Все профа не бить. Блин, сейчас переведем. Будет бубо. Сбежали с цели зеленого. Отбежали далеко. Пробовать избегаться. Перепух чуму передай, переводим профа. Повезло, спасибо за стремительность. На ком зеленый баф к столу, к звездочке. Мелики, бейте в задницу зеленого слизня, на ком зеленый дебаф. Так, ориентир звездочка. Как вас всех откинет, все в звездочку идем. Бежали с цель зеленого сейчас. Давай сакру. Отбежали в звездочку. Отбежали от зеленого. Смена цели красного. Сбежали с цель зеленого. Пробуйте на расстоянии убивать. Давайте, сбегаемся еще раз. Спокойно, захилю. Отбежали пельмени. Не ловим. Glassy Sky. Так, сейчас будут комбы.
Отбежали от колбы. Все, повторение, мое отключение. Сейчас будем то же самое делать с зеленым стезнем. Только ты его замедляй. А, красный сейчас будет. Отбежали от пельменей, РДД начинаем бить красным. Кокосина, давай гимноману, ставлю тотем. Смена цели красного. Караул, караул, смена цели красного. Отбежали от него. Потом беги. Отбежали от пельменей. Добейте красного. Эндряга, поднимай лантану. Вставай. Пельмени сейчас влево-вправо отходим. Отбежали лево-право. Зеленый. Звездочку, играйте в зеленого. Все сбежали в цель зеленого. В цель зеленого. Быстрее. РДД, Сова, что вы там стали? Все, добиваем на расстоянии теперь. Быстрее добили. Быстрее. 300к, 200, 100. Повезло. Пельмени отбежали. Сегодня нам везет. Не стойте в колбах. О, Рог, молодец. Как... Что там, Гасискай, поднимай Рогу. Хильте целись красного, играйте в красного все. Рога, вставай. Отбежали от пуш. Милики бьем зеленого. Красного, точнее. Все, последний слизень и переходка. Косину чему передай, РДД максимальное расстояние зеленого набрали. Стопайте по профу. Стоп по профу 3%. Играйте в зеленого все. Отбежали пельмени. Бежали в цель зеленого. Блять. Быстрее добить. Перепух, поднимай СДПР. Пухнастик, поднимай Рогу. Войд, поднимай Авенса. Пельмени отбежали. На ком зеленый добав к столу? Авен, вставай. Фулл баф по рейду дали. Сакру давай. Отбежали от зеленого слизня все. Центр. За звездой идем. За звездой. Сбежали в цель зеленого. Смена цели красного. Смена цели красного. Пожалуйста, Бо, перепух, беги. Повезло, блядь. Ты Боб дали. Да еще и на перепуха кинул. Фулл баф по рейду. Каску, кулак, Роге. Каску приста магом. Пельмени. Слишком много пельменей что-то вы ловите. Диван. Алло. Есть? Диваны есть у кого-то? Звездочки, да. Диван. Вводили профа, пельмени, колба. Пельмени. Чему передай, кокосина. Забирай поклон. Ай-яй-яй-яй-яй. Поднимайте людей. А что тебе в спеке надо сделать, Сергей Секонцок? Мне нужно перебить, чтобы у меня меньше было... Кстати, талант покажу. Печенье. У
Не, мне этот фламида не надо, поезд. Знаю, кому-то я отдам. Да, случайно пришли. Кто там выше, утроп? Все. Кого есть хил-аспект на трэш-совет? Надо покушать, отойти. Валька. А, Вальку идите убить. Йоу, всем привет. Привет. Как ваши денежки? Да ничего, вроде. Сейчас Олежка надрывался, ебать, что красный, бог, ебать, я жду, ебать, что происходит. Есть время или нет? Ну отходи, есть у тебя время. Кто-то может хил аспектнуться четвертого, похилить, пока меня нет? Славя, пожалуйста, спекнись танк. Подержи ассиста. Поставь, пожалуйста, метки. Командуйте пока. Типа, слышишь, Олега, у вас нету этих людей, которые готовы себе деньги в адепты, не? Ваня. Мне нужна цель. У меня нет. Войд. Сначала нужно выбрать цель. А, кстати, Бибоп тут, не? Он отошел. Да просто, короче, интересно, по идее, из группы СРК, кроме него, никто кикать не может, правильно? Ну, ну, снять участника, я имею в виду. У меня нет цели. Наверное, да, наверное, таком. И че, зеленые могут? У меня нет цели. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. Ебать, там все РС-ку собирает, по ДВРК вас лучше купить, все молчите. Если ты это читаешь, ты Войда, а если ты Войд, то ты лучший в мире про товар, ебать, и квесты. Джерион, Дима, здорово. Димас. Джерион. Первый в мире. Что ты, скажи, ВРК, ты заебал, я не верю, что это ты, блядь, пишешь в этот. Потому что ты ДПС не выдаёшь пошло время. Все заметили, да, что он не выдаёт ДПС, как Джерри он играл? То есть это не Джерри, он... Сумануть лока. Мне нужна цель. Скажи, привет, братва, все дела там, туда-сюда, как ты обычно базаришь. А, мозгой. А, во, Олега, Олега тут, не? Что-то нажимал контроль. Бибоп. Чё? Да короче, смотри, этот, я снова вот это, помнишь, я заявку кидал в группу, ты меня принял. Сейчас зашел. И, короче, я уже не в группе, ебать. Кто-то кроме тебя может снимать эти участника РК? Любой администратор. А, блядь, а кто с меня снял? Скажи, пожалуйста. Не посмотрите никак? Нельзя посмотреть. Ну, ну, блядь, этот, у меня прицел 80 был, ну, снова-то, ты же меня сам принимал, мы в этом рейде были. Сейчас захожу, ну, вот сегодня, думал зайти, что тут я не был участником,
включил ноут, зашел, и я там тоже не участник, я в ахуе, кто это мне снял? Тебя кто-то не любит, наверное. Меня с аккаунта выкинуло. Что за хуйня? Он всех выкинул, не? Да не, вроде. Я вроде пароль сменил, всю хуйню, дым. Мне обратно офи играть, я думаю, может тоже на офи типа играть, ну такой себе, хуй знает. Андрей, я, блядь, Дима, я тут. Чем на офи играет, лучше весело первым скачать. Кто этот неприятель? Сначала украли голду, потом сняли участника, это совпадение, я не думаю. Не складывается, Олега, тут сырка, сняли участника, похуй. На X5 мне сегодня, короче, ладно? Сейчас тебе выкинуло с игры, это все не случайно. Ты должен разобраться в этом. Размотать этот клубок. Не знаю, как это слово назвать. Приколюху расскажу, там на X5 есть такой челик, как Хекс у нас был раньше в гильдии, у них там такой буллет, ебать. У него, во-первых, голос похож, и он такой же, как Хекс. Завара что-то там что-то выдавал, а сам как дно играет, и пиздец нахуй. У меня бомбит на него, вот он тут меня, блядь, понизил. Я не заходил 2 недели в игру, захожу, у меня тоже звание, я типа, ебать, меня бомбит еще больше. И он потом рейл тему, дал шпшки, блядь, ГП в 25 норме. 3 соточки за то, что, блядь, типа, ШП мультидотал этих слизней. Ну и он, типа, когда РЛ стал бить слизней, у него на профи было этот тьма спадала, он пытки кастанул, ну, чтобы обновить. И, типа, ему дали 300 за то, что он, типа, не бил слизней. У него слизней было в сумме 700 тысяч, ебать, в норме. Мы спорили, я там такую охуенную историю написал на стрим, если этот... моей истории, потому что я знал, что его удалят, я сделал скрин. Как я написал, и там вообще такую, блядь, тему задвигал, нахуй, красивую. Все красиво, там, сюдем. Ну, типа, рассказ сделал. И что в итоге? Этот хуйсос меня понизил сегодня. Потом я говорю, типа, ебать, ты что, в РК зашел, в РК он пока не понизил, мы решили, что... Ну, в итоге он не согласился, что он хуйсос, но он повысил меня назад. И какой-то человек просто взял меня обратно, что я... Я понял. Очень неплохая история. Утроп, кинешь сакру на первом вихре, калк на втором. Честно. Не знаю, что в тех РНЭх делает. Вообще X5 такая помойка. ГП дают за все что угодно. Хилишь, ГП дают, дамажишь, ГП дают, танчишь, ГП дают. Блять, как солнце светит, так там ГП дают. Так вот, Ваня, в этом и проблема. Я баху, ебать. Ну, то мы же тоже не за шмот играем, но просто, ебать, такое. Не, правила у них ПКП очень странные. Дайте каску по локу, пристабав. Дайте фул баф по коту. Я пошел запускать. Дистанцию набрали все. Думали, что одолели нас. Чуть немного мы задержались. Кстати, Олег, и там твоя это бывшая девушка. Ну, типа, я может, не девушка знакомая, до конца не уверен, типа, ква, которая Ксения. Кстати, она симпатичная, более-менее. Что за Ксения? Квака, ебать, слушай, я хуйня, с Архангельска. Она с тобой играла на PvP каком-то, то ли на чем-то таком-то. Типа у нас поэтому у всех звания, типа, блядь, там, блядь, какие-то, ну, бибопа, что-то такое, блядь, типа, блядь, тудем, блядь. Что-то связано с бибопом, блядь. И это началось еще, мы пришли, там только мутант был, ну, я пришел, потом Ваня пришел, и тудем, всем звания давали такие. Давайте, разбегайтесь, давай сакру. На каком-то ПВП она с тобой играла. На X10, потом, может, на X5. Ну, им там лучше знать, кто где играл, конечно же. Ты, Ваня, уже, походу, полгода не заходил, да, Ваня? Да, где-то так.
Ты даже не заходил в чистый персов ничего? Не. Да там делать ничего, там лич минус 15 он убивается. Еще, еще они все гонят на X1, типа тут изи, блядь. Вот я с этого баха, но до сих пор там бит. Да вы там отбав 5.7 закроем. Если человек 25 будут с гильдией на X1, на X5 придут, то 5.7 анбал закроем. Толковые такие. И начинаешь базарить, и они начинают. Вот ты такой сякой, блядь, ебать. Тут же ты, блядь, 6К, 6.3, вот как у меня сейчас приз. Ты же не дашь трибуны им, что ты охуенно играешь. И они начинают. Ты такой сякой, блядь, сидем, сидем. Ну я с ними в РС-ку ходил, они там как гнари играют, метки хер знает куда выносят, выносят короче к хвосту, чтоб лезвие, чьё-то лезвие дыхание не убило. Не, Ваня, первую метку ждем, перебегаем с метеором, потом под стену. У нас прикинь так, если выносить первую метку, ебать, ты охуеешь потом. Да он на метке, они зергом убивают просто и все. А, ну это сам в норме. Зерг работает. Ну в норме это ладно. А в гере тоже, блядь, трэш ебать ебашит, роги на пул дают на танка на основного, вообще до пизды, блядь. Все, заебите. Разбегайтесь, давай сакру. Там это, протопалу дали ГП, вот который ТХ1 был, ну мой знакомый. Что он типа мелкий трэш, блять, на себя не забрал, или он маста он там забрал с миликов, на него босс агрился, что-то такое. Хуй знает, типа, чай, что мелкий трэш убил миликов, ебать. Он смотрит на пул, на него на пула нихуя не было. Две роги было, ебать, прежде. Че кого нахуй? Диспелишь просто, ну, по своей этой залупе. Ну вот, как я тут привык диспелить. Я диспелил нормально, и челик, которого диспелил, как и заебись диспелил. Там в свету был челик, выносил тоже метку, и он попал в мою метку, и мне ГП, нахуй, заебись. Петушка кому-то надо? Блин, сколько у вас тут, а? Кто хоть первый по ЕПГП? Можешь через объявление кидать, я думал, блинковать. А, он second shot первый. У всех такой ПР низкий, смотрю. Типа, Ваня, я сейчас тоже редко захожу, просто я тут чекал месяца два назад, как ты заходил, типа, я думаю, нихуя, это твой друид не был три месяца, думаю, чё, кого. Ты сами чекал уже? Ну, ебать, тоже впадло одеваться, блядь, что-то делать, нахуй. Хотя, вот, а прикинь, если бы волчать одевались, мы бы, ебать, еще больше одевались, и вот как я просто одевал. 4 месяца по волчатам, блядь, 5.6 передамаживают 6.2, но ты хуй то, ты 5.6, ебать. Ну, у кого-то кнопочка нажата, наверное, на голос, или что там. Меня. Вы там что, кстати, вы же за Альянс начинали играть, Олега? Что там, блядь? Нихуя, забили хуй, вообще даже? Я же зашел в субботу, прокачал паладина до 15 левела, вышел, больше не заходил туда 3 месяца. Ну там есть там 30, что-то я слышал, что вы за Альянс начали играть, типа за Орду, но все равно. Ебать, дно полное, даже вот так его может зайти. Вот типа если ЦЛК за час-два провести, у тебя изи. Ты уже вот, ну вот как я захожу, блядь, уже сейчас. Типа зашел прицел, есть рейд. Уже, блядь, РТ в 11, я в 9.30.